Всем привет. Идем в лес. Первая декада сентября, 24-й год. Юго-запад Московской области, ближе к Калужской. Стояла сильная жара. Почему стояла? Сейчас, в принципе, в эти дни еще жарко, по 20 чем-то градусов. Конец августа нас крайне порадовал грибами, разнообразием, количеством. Посмотрим, что сохранилось сейчас. Время 7 утра. Идем в лес, пробежимся, посмотрим. Сам посмотрю и вам расскажу. Погнали. Погода просто прекрасная. Солнышко выглянуло, светит. Птички поют. Но грибы пока нигде не попадаются. Ни сыроежки, ничего. Прошел еще мало, поэтому пойдемте вглубь, посмотрим. Сам посмотрю и вам расскажу. Расскажу и покажу. Отошли все опята, не попадаются. Ни сыроежек, ничего. А, ну вот, смотрите, вот хоть какие-то грибочки. Хоть какие-то, как говорится, но есть. Уже более позитивно двигаться по лесу. Вот такие одиноко стоящие засыхающие грибочки. Еще вот усохший гриб. Болеет березка. А вот и эхо грибного изобилия прошлых недель. Смотрите, остались старые опята на березке. Какие разнообразные прогулки в подмосковных лесах. Сверху самолеты гражданские летят, гудят, сбоку где-то слышны выстрелы. Оружейные охотники. Открытие прошло осенней охоты на водоплавающую дичь. Ну, конечно, ожидаемо, что никаких грибов в лесу особо я и не найду. Просто приятно прогуляться на выходных по лесу, походить, подышать. Всю неделю топила жара за 30. За 30, около 30. Поэтому какие могут быть грибы? Ну, всегда надеешься на русский авось. А вдруг и наткнешься на какую-то полянку. Нет, грибы все засохли, вот сейчас могу вам показать. Ну вот смотрите, вот как выглядят грибы. Они уже засохли, свернулись от жары. Поэтому никакие свежие грибы уже не нарастают. Будем ждать дождичек. Я думаю, что осень нас еще порадует грибами. На этом грибной сезон никто не завершает. Еще только первая декада сентября. Грибов еще может быть много. Ну и небольшой итог нашей прогулки. Грибов в лесу нет, от слова совсем. Ни съедобных, ни поганок не встречается. На жаре все погорело. Но будем ждать новую волну. Всяко разное еще будет дождь. Влажность повысится. А если будет тепло, пойдут грибочки. Осенние хопята. Поэтому ожидаем. На следующих выходных пойдем еще раз. Посмотрим, что в лесу происходит. Если вы подписаны на мой канал, либо попадали на мои видео, то знаете, как неожиданно можно наткнуться на большое количество грибов в наших лесах. Поэтому не отчаиваемся. Погуляли, подышали. Всем пока-пока.